Дознавательная область. Я названа идеал я. Суперэго. Внутриличностная совесть. Это цензура. Критическая инстанция. Посредник между он и я. Неразрешимость конфликта. Неспособность я обуздать бессознательные порывы, подчинить их требованиям реальности. Идеал я цензор. Безотчетное чувство вины тяготеет над душою. Сознание и непризнание вины борется с чувством вины и не может его преодолеть. И вдруг внезапное пробуждение совести. Строгость, строгость и презрение к себе, меланхолия. Строгость и презрение к себе, удовлетворяя страсти, столкновение с реальностью, которая противостоит оно. Я стремится обуздать бессознательно, направить оно в русло одобренного поведения. Оно властно диктует условия я, как покорный слуга я пытается сохранить доброе согласие с оно и с внешним миром. Новая инстанция идеал я уверенно царит над собственным я, как совесть из душевной глубины, как бессознательное чувство вины. Суперэго, высшее существо в человеке, везде, на всей планете, в каждом веке отражаются заповеди, социальные запреты, с детства власть родителей и авторитеты. То в одну, то в другую сторону, чтобы оказаться в дружеском согласии, как сона, так и сидел я.